Участники форума немало внимания уделили и вопросам экологии. Они отправились на Малаховское озеро, чтобы посмотреть, в каком оно состоянии, и наметить план по его очистке. Городской округ Люберцы первым встретил акцию «Экологический мониторинг Московской области». Фонд «Без рек, как без рук» совместно с региональным министерством природопользования и общественной палатой исследует экологическое состояние водных объектов Подмосковья. Тему продолжит Дарья Борисова. Плавать в, как говорится, отбросах или плавать в чистой воде – это большая разница. Порой мы даже с опаской входим в эту воду. Как и Валерию Румянцеву, многих жителей Малаховки беспокоит состояние местного озера. В мутную воду они всматриваются с беспокойством. Чтобы место подозрений в головах малаховцев заняли факты, на берег озера высадили специалисты фонда «Без рек, как без рук». На воду спустили буй, созданный для анализа экологического состояния водоемов. Главная миссия нашего фонда – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и сконцентрировать внимание той же самой общественности, главным образом молодежи, на проблемах сохранения водных ресурсов нашей страны. Мы работаем в рамках национального проекта «Экология», сохранение уникальных водных ресурсов. Но я бы, наверное, не отнес Малаховское озеро к категории уникальных водных ресурсов, но, тем не менее, здорово, что у нас есть возможность и здесь попробовать свои силы, свои технологии. В Подмосковье работает губернаторская программа реабилитации малых рек. А вот о других водоемах на законодательном уровне пока никто не заботится. Члены региональной общественной палаты сочли это досадным упущением и задались целью изменить ситуацию. Акция «Экологический мониторинг Московской области» – их первый шаг на пути к чистым водоемам. Вот эти водные объекты, это те жемчужины, наверное, городских округов, которые существуют, они требуют более пристального особого внимания. И, конечно, может быть, возможно, на следующий год будет уже программа губернатора по очистке водных объектов в населенных пунктах. Это достаточно долгая процедура, но эта процедура не произойдет, если мы не начнем об этом говорить. Результаты исследования проб воды Малаховского озера передадут в Министерство экологии Московской области. Также их обсудят на форуме «Сильное, здоровое, чистое». Здесь же общественники поднимут вопрос необходимости очистки водоемов Подмосковья. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.